Я хочу стать тренером борьбы, потому что хочу бороться, бороться и бороться. Так мечтал 11-летний мальчик Виталий, или Виталий Владимирович Сукуев, герой России, посмертно. Сегодня студенты многоуровневого колледжа чтят его память на открытом уроке. Из записок Виталия Сукуева. Зато помню, как вместе с галстуком пионера меня еще назначили гарнистом. Я был безумно горд. Виталий Владимирович был не просто герой России, любящий муж, отец и не только для своих детей. Так о нем вспоминают его сослуживцы. Иногда кажется, что Бог подарил мне возможность выжить, чтобы потом, когда это все закончится, я смог сам рассказать о тех, кто сражался, не жалея себя, чтобы понимали и чтили наших героев, которые не прятались, а себя показали. Таким героем был наш батя Виталий Владимирович Сукуев. Очень разносторонне показали Виталия Владимировича, как человека очень тонкого, чуткого, да, и альпиниста. И очень много он писал о своей жизни, очень трепетно относился и с любовью к своей жене. Я бы хотел бы быть как Виталий Владимирович, потому что он действительно с самого раннего детства любил свою родину, он любил свою семью очень. И всю свою жизнь, оставшуюся жизнь, посвятил к семье и к военной деятельности. Горда, что Виталий был моим одноклассником. Мы в течение, мы 9 лет учились вместе в Нижнебургалтайской средней школе. И эта школа сейчас носит имя героя России Сукуева Виталия Владимировича. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ.